Доброе утро! Это рубрика «Красивые и смелые». Я стилист Наталья Тюнина и отвечу на все ваши вопросы. Отличается ли профессиональная краска для волос, которую предлагают в салоне красоты, от бытовой краски, доступной в любом магазине? Конечно, отличаются. В профессиональных красителях очень много ухаживающих компонентов, которые не вредят структуре волоса, коже головы, и сам краситель персонализирован. А бытовые красители, они поэтому и дешевые, что в них нет никаких ухаживающих компонентов, и, к сожалению, в некоторых есть даже тяжелые металлы. Но если у вас нет возможности посещать салон красоты, и вы решили приобрести краситель в обычном магазине, следуйте простым правилам. Первое. Придерживайтесь строго инструкции. Не передерживайте время и не смывайте раньше. Это важный технологический процесс. И, конечно, смотрите на концерн, который производит данную краску. Так как эти концерны дают хоть какую-то, но гарантию. А сейчас мы переходим к практическим советам. Слово парикмахеру-стилисту Евгении Семенякиной. Доброе утро! Сегодня вам расскажу, как сохранить кудри до вечера, чтобы блеснуть на каком-либо мероприятии. На накрученные локоны мы, не расчесывая, скручиваем волосы, жгуты, фиксируем. Это будет очень удобно делать самой себе. Ничего сложного в этом нет. Также мы делаем с другой стороны. Фиксируем. Хвост делим на две части и скручиваем жгут. И закручиваем, подкалывая их. В конце можно зафиксировать прическу лаком, чтобы сохранить и зафиксировать локоны. Вечером, отправляясь на мероприятие, вы просто достаете шпильки или невидимки. Скрученная прическа в жгуты поможет вам сохранить кудри и даст дополнительную волну. А на этом я с вами прощаюсь и желаю вам хорошего дня. Любите себя. До свидания. Индивидуальный подход и высококлассный прием от команды профессионалов студии красоты Натальи Тюниной. Мы знаем и с радостью подскажем вам, как выглядеть стильно и достойно. Студия красоты Натальи Тюниной. Братьев Кашириных, 157. Телефон 750-28-22.